Осваивают новые рынки сбыта. На прошлой неделе наши производители отправили первую партию продукции, которая попадет на прилавки самых крупных супермаркетов в Румынии. Это стало возможным после заключения контрактов с несколькими коммерческими сетями в соседней стране при содействии профильных министерств двух государств. Молдавские садоводы надеются, что смогут экспортировать в Европейский Союз рекордный объем – более 30 тысяч тонн яблок. Возможность экспортировать в Румынию стала спасательным кругом для одного из самых крупных производителей яблок в Страшенском районе. Первую партию фруктов отправили в конце прошлой недели из города Буковец. Тирул, încărcat cu 20 de tone de mere moldovenești, a ajuns luni la București. Fructele urmează să fie devamate, apoi descărcate la depozitele unuia dintre cele mai mari rețele de supermarketuri din România. Este o piață nouă pentru producătorul nostru, care va încerca, pentru început, să o cucerească cu două soiuri care îți lasă gura apă. Golden și mere roșii Aida Red. На прошлой неделе поставщик побывал в румынской столице, где обсудил с фирмами, желающими импортировать наши яблоки, условия контракта. Пришли представители подавляющего большинства сетей. Насколько мне известно, на состоявшейся встрече отсутствовал только один ритейлер. Они говорили об открытости и хорошей возможности начать сотрудничество с Молдовой. На встрече с представителями румынских торговых сетей присутствовали несколько производителей яблок из нашей страны. Большинству из них удалось заключить договоры на поставку. Я не могу назвать, как прецурли, но... Я сейчас не могу назвать цены, но учитывая, что логистика в Румынии в 3, а то и в 4 раза дешевле, чем в России, конечно, оптовые цены устроят производителей. Садоводы надеются продать в Румынии около 30 тысяч тонн яблок. Этот объем станет рекордным. По словам министра сельского хозяйства Виарела Герчу, в настоящее время молдавские производители совместно с центральными властями активно ищут и другие рынки сбыта. В холодильниках у нас хранится примерно 120 тысяч тонн яблок, и нам нужно найти новые рынки сбыта. Министр иностранных дел Нику Попеску поедет с визитом в Египет, чтобы обсудить с египетскими коллегами подписание соглашения о свободной торговле, которое включает в том числе и экспорт яблок на этот рынок. В последние годы около 95% экспорта яблок приходится на Российскую Федерацию. Из-за войны в соседней стране молдавские производители больше не могут перевозить фрукты через Украину. Обходные пути обходятся слишком дорого. В этом году впервые наши яблоки появились на рынках Германии, Кувейта, Малайзии и Кыргызстана.